А вы храните свою косметику в холодильнике? Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, и я практикующий косметолог и сертифицированный тренер компании Гильтек Медика. И сегодняшнее наше видео о том, как хранить косметику дома. Для организации домашнего хранения косметики стоит учитывать прежде всего состав продукта. От этого зависит и сроки годности, и требования к хранению косметики. Также стоит учитывать частоту применения. Чем чаще открывается баночка или тюбик, тем больше воздуха попадает вовнутрь, и быстрее начинаются процессы окисления и обсеменения бактериями крема. Также обращайте внимание на упаковку. Например, средства в вакуумной упаковке хранятся дольше, но все-таки не стоит использовать их после окончания срока годности. Идеальное место для хранения косметики дома – это темное, сухое, прохладное помещение, так как многие ингредиенты от активного солнечного света и перепадов температур окисляются. Чаще всего дома это спальня. Многие рекомендуют поставить специальный туалетный столик или завести холодильник для хранения косметики. Но в большинстве случаев отдельные полки в шкафу, в спальне или в коридоре достаточно. А что же можно хранить в ванной комнате? Конечно, это средства для умывания. Гели, скрабы, тоники, муссы, шампуни и пенки для волос. Также можно хранить мицеллярные воды, все то, что предназначено для очищения. Эти средства спокойно реагируют на перепады температур и влагу. А вот уходовые средства и декоративную косметику стоит убрать из ванной комнаты. Небольшая рекомендация по хранению средств в ванной. Всегда проверяйте, плотно ли закрыта крышка. И о хранении косметики в холодильнике. Многие ошибочно думают, что это продлевает срок косметических средств. Но это не так. Многие косметические средства при низких температурах меняют свою текстуру, расслаиваются, могут поменять запах. Особенно это касается средств на масляной основе и кремов. Если средство предполагает хранение в холодильнике, это обязательно будет написано на упаковке производителя. Если таких рекомендаций нет, не стоит хранить средства в холодильнике. Единственное исключение – это натуральная органическая косметика без консервантов. А вот идея положить средства за 15-20 минут до применения в холодильник позволит стереть следы усталости и отечность. Например, гель для кожи вокруг глаз быстрее уберет отеки и сделает свежим ваше лицо. Но постоянно хранить косметику в холодильнике не рекомендуется. А в завершение видео хочу обратить внимание на сроки годности. Пока упаковка не вскрыта, срок хранения столько, сколько указал производитель. После вскрытия упаковки сроки годности уменьшаются. Производитель указывает на упаковке, сколько косметика может храниться после вскрытия. А я рекомендую ставить маркером срок вскрытия упаковки. Это позволит вам контролировать хранение вашей косметики и избежать неприятностей. А на сегодня у нас все. Пишите в комментариях ваши вопросы, это послужит идеями для наших следующих видео. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих роликах.